Многие ученые не сомневались в вопросе существования и погружения большой части суши, некогда находившейся в Атлантическом океане между Европой и Америкой, о которой упоминал Платон. Но многих удивлял в этом предании сам факт скоростного погружения суши за одни лишь сутки. Однако нынешнее стремительное глобальное изменение климата на Земле, которое наблюдается в последние два года, указывает на то, что в современном мире любой день может стать для потребительской цивилизации последним. Как сказал Игорь Михайлович Данилов, именно люди своим выбором, и как раз своим выбором, кому служить, дьяволу или Богу, они приближают или отдаляют конец света. От людей зависит многое. Некоторые люди сомневаются в конце света. Но на сегодняшний день может сомневаться разве что глупец или тот, кто не видит, что происходит за окном.